Здравствуйте, мои маленькие ученики. Hello, my little pupils. Мяу! Сколько ребят собралось у экранов. Всем привет. Рад, очень рад всех вас видеть, друзья мои. Рад. Здравствуйте все. Да. Предлагаю начать наш урок с повторения счета от 1 до 10. Давайте. А я помню, у нас была такая веселая песенка. One, two, three, four, five. Вот так вот было. Да, правильно. Была? Была. Вот давайте ее все вместе еще раз послушаем. Давайте. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. Six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. А сейчас давайте повторим слова за Клоунессой и Риской. Давайте повторим. Мяу. Здравствуйте, мальчики и девочки. Я Клоунесса и Риска. Я похожа на сосиску. Вы рады меня видеть? Давайте сегодня с вами научимся считать до 10. Итак, повторяйте за мной. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. А теперь все вместе. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Надеюсь, ребята, что вы запомнили эти новые слова. А сейчас мне пора прощаться с вами. Всего вам самого доброго, мальчики и девочки. Пока-пока, мои друзья! Молодцы, хорошо у вас получилось, ребята. Скажите мне, а вот как будет 11 и 12? Так мы же учили, я помню, 11, вот так вот. И 12. Правильно. 11, 11. 11, 11. 12, 12. 12. Предлагаю теперь вспомнить название дней недели. Но сперва скажите мне, сколько у нас в неделе дней? 6. Мяу. Почему же 6? Может, конечно, мяу, у тебя 6, но вообще-то у всех других 7 дней. Что-то я, видимо, не досчитал, да? Да, ведь действительно в неделе 7 дней. Вот теперь сосчитайте мне от 1 до 7. Хорошо. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Молодцы, справились с этим заданием. А теперь давайте вспомним, как же у нас будет понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье на английском языке. Мяу. На английском понедельник будет Monday, а вторник Tuesday. Вот так. Среда – Wednesday. А четверг – Thursday. А пятница – пятница, сейчас вспомню, Friday. А суббота – Saturday. Вот так. И воскресенье – Sunday. Правильно, Катя? Правильно, молодцы. Смотрю, вы хорошо усвоили последние уроки. Давайте, ребята, еще раз все вместе повторим за мной. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday,
Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday. Пришло время послушать еще одну веселую песенку. Ура, ура! Веселая песенка. Да, слушаем. There are 7 days in a week. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Where are 7 days? Where are 7 days? Where are 7 days in the week? Where are 7 days? Where are 7 days? Where are 7 days in a week? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Теперь наш урок, к сожалению, подходит к концу. И нам пора прощаться с нашими маленькими телезрителями. Аф-аф-аф. Да, пора прощаться. Ребята, до свидания. До новых встреч. Мяу. До новых встреч, мальчики и девочки. Пока. Goodbye, boys and girls.